Сборная Тюменской области по самбо будет тренироваться в новом центре. Сегодня спортивный объект официально открыл губернатор Александр Мор. Площадь центра порядка 2000 квадратных метров. Заниматься в нем смогут подростки с 11 лет и взрослые самбисты. Центр оборудован тремя борцовскими коврами и тренажерным залом. Сейчас для активного развития самбо в нашей стране при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина реализуется федеральный партийный проект «За самбо». И наша задача нашего региона активно в этот проект включиться, в его развитие и продвижение. Восторг, да, восторг, превосходство. Мне нравится это все общество, я хотела бы даже с ними побороться тут бы и на соревнованиях участвовать. Моя мама не напрягается, честно, ей нравится, что я занимаюсь, ей нравятся мои достижения, она верит в меня.